Санитарный щит надежно защищает россиян от биологических и санитарно-эпидемиологических угроз. Благодаря этому федеральному проекту уже созданы 153 центра ПЦР-тестирования, а также 48 центров секвенирования для обеспечения мониторинга циркуляции патогенных микроорганизмов. Разработано 29 новых тестов для быстрой диагностики инфекционных заболеваний и 4 технологические платформы для ускоренного получения вакцин. Теперь на это нужно всего 4 месяца. А разработка тест-систем для выявления новых инфекций занимает 4 дня. В 15 регионах учреждения по защите прав потребителей укомплектованы мобильными лабораториями. Это позволяет быстрее реагировать на вспышки опасных инфекционных заболеваний. А в 241 санитарно-карантинном пункте пропуска через границу внедрена система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемиологическую ситуацию в автоматическом режиме. Кроме того, по проекту создан Центр оперативного реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера и 2 совместных научных центра для профилактики и изучения инфекционных заболеваний в странах дальнего зарубежья. В 2023 году в 8 регионах стартовал информационно-просветительский проект «Санпросвет». Он направлен на формирование ответственного отношения населения к здоровью, своему и окружающих. А к 2030 году не менее 80% россиян получат доступ к оперативной молекулярно-генетической диагностике. Хороших вам новостей!